Сегодня в ходе перестрелки в селе Залда Цхинвальского района были ранены двое сотрудников Министерства внутренних дел Республики Захар Гатикоев и Суслам Пухаев. По оперативной информации, перестрелка произошла между сотрудниками районного отдела внутренних дел и группой преступников, в числе которых сбежавший в прошлом году из изолятора временного содержания Андрей Кабисов по кличке Гутон и Сармат Габараев. Сегодня примерно в 10 часов утра сотрудниками уголовного розыска УВД Цхинвальского района совместно с участковыми инспекторами был проведен обход населенного пункта Залда с целью обнаружения и задержания разыскиваемых преступников. В ходе проведения мероприятия завязалась перестрелка между сотрудниками уголовного розыска и беглыми преступниками Габараевым и Кабисовым. В ходе перестрелки двое сотрудников были ранены. Они были обнаружены в доме Габараева Бориса в селении Залда. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. В спецоперации по задержанию преступников задействованы сотрудники всех силовых структур республики. На месте инцидента в селе Залда находятся и руководители силовых ведомств, а также генеральный прокурор. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия с привлечением кинологических служб и практически всех силовых ведомств. Представители всех силовых ведомств по поиску и обнаружению злоумышленников. Двое сотрудников районной милиции с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в республиканскую больницу. Врачи несколько часов проводили операцию по спасению жизни молодых ребят. Правоохранительные органы обращаются ко всем жителям республики с просьбой предоставить любую имеющуюся у них информацию о местонахождении преступников. Хозяева дома, в котором находились преступники, задержаны. Зарина Кочеева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня.